Я знаю много людей, которые заражены хмурью. Есть в предпринимательских кругах такая вещь, как хмурь, или вы можете идентифицировать ее как нечто другое. Негатив. Я всегда говорил, что негатив – это яд, который убивает. Вот столько много лет говорил, но тем не менее рядом со мной были люди, которые вкушали эту хмурь, вкушали этот негатив как фрукт, как плод, как овощ. Они проглатывали его, и он отравлял полностью все нутро, и человек становился заквашенный хмурью, и ничего в его голове не было, кроме хмури. Ну и в итоге это приводит к смерти предпринимателя. Я за последние годы видел очень много смертей предпринимателей, которые умерли от внутренней хмури. Где была хмурь? В их собственной голове. Кто поселил туда эту хмурь? Он сам.